Всем привет на моем 19-м стриме. Мы проходим игру Getsufu Madden, и это уже вторая часть по ней. Ну, я надеюсь, что последняя, потому что все-таки игра на NES и не финалка. Так. О, чатик не видно, да, почему-то? Сейчас, секундочку. Ну, пока народ собирается. Сейчас забыл, что у меня чатик только из хрома почему-то отображается. Так. Так, кривовато. Сейчас еще чуть-чуть. Ну там все равно я обычно где-то через 5 минут начинаю, поэтому думаю, ничего страшного, что я тут пока перезахвачу чат. Так. Вот, уже лучше. Нужно что-то пустить. О, ладно, нормально. Итак, в прошлый раз, значит, чего добился? Мы прошли две пещеры, взяли два хадукина потерянных. И также нашли кучу оружия, которое вот видно в верхнем слоте. И дошли практически до третьей пещеры. Вот. Осталось только этих чертиков преодолеть. И, в общем-то, там и пещера. А, правда, я не помню насчет. У меня только два вот этих Devil's Pass пропуска. Меня не пустят, наверное, в пещеру. Надо проверить. Сейчас посмотрим. Так, что тут? Ну, если не пустят, значит, сейчас пойду искать, где они есть. Ну, с этими хадукинами, конечно, враги вообще, в принципе, не предоставляют какой-то сложности. А, да, я же взял еще этот прыжок классный, который, правда, нужно каждый раз выставлять. Ну, ничего. Ну, на таких уровнях он не нужен, наверное, маленьких. Да,
Да, скорее всего, все-таки меня не пустят сейчас в эту пещеру, но надо убедиться. Так, мне наверх надо. Сейчас пробегут обратно. Не хотят, ну ладно. Ничего. Заодно золото пособираю. Которое мне все равно от половины, то есть я потеряю две жизни. Семь тысяч 408. На что это тратить, непонятно, так много. Смысла фармить особо нет. Ну, то есть... Сколько там самые дорогие вещи были, по-моему, по... По-моему, за 1200, по-моему, что-то я купил самое дорогое. Но это было дорогое, а так там 600, не больше. В итоге, как бы... Нет, смысла там 7000. Это только для того нужно, чтобы отняли 3000 потом. Если будет кеймово. Так. Ага, да, не пускают. Где-то, значит, я не взял. Ладно, идем искать. Так, а где там искать, я пока не очень представляю. Ну ладно, явно надо из этого лабиринта выходить. Тут явно делать нечего без этого пропуска. Битву, конечно, хотелось бы этих избежать, но с другой стороны, то есть стоять, ждать, пока они там разбегутся, это тоже, в принципе, быстрее уже сразиться. Так что просто иду на пролом и все. Ну только если где-то там очевидно можно обойти, тогда да. Так. Вот, например, сейчас пошел справа, там, в принципе. Да я бы и слева прошел. Ну ладно. Так, все, вышли, ищем теперь. Где тут? Ну, здесь явно нету. Это должна быть какая-то... вот эта вот палатка такая на карте. И там опять должен стоять какой-то чел, похожий на скелет. И после сражения дать мне эту карту. Ну, как дать? Выронить. Фармилка. Зачем такое сделали, халяву, непонятно. Ой, сейчас солнце упадет. А, ну да, у меня же есть. Я забываю, что тут. Такая вот имба. Не, классная вещь. Ой, не могу допрыгнуть на турбо кнопки. А, она задевает. Видимо, как раз таки неудобный момент. Когда он раскрылся. А, стоп, а это что? А. Восстановитель, ну ладно. Так, а снизу я пришел, я помню, вот сюда тогда пойдем. Посмотрим, что тут есть. Так, включим опять прыгалку. Ой. Эта прыгалка особенно полезна, когда вот эти письма, во-первых, а во-вторых, когда солнце вот это падающее. Потому что их убить нельзя, и они доставляют проблемы постоянно. Да, письма такие самые неприятные. Вообще странно, зачем сделали врагов, которых убить нельзя? Так. Так, а у меня есть эта бутылочка? Тогда придется использовать. Ну, потому что все равно две не могу нести. Детерминант, привет!
Так, по-моему, я отсюда как раз таки тоже пришел, тут же пути соединялись, да, точно. Значит, у меня два варианта. Либо там слева в горах, все-таки где-то я пропустил, но в том выпуске мне в чатике написали, что там остальные пещеры это только возвращалки. Ну, то есть, ну там я один раз попался, на начало игры меня просто телепортнуло. И он говорит, что все остальные там то же самое. Ну, тогда пойду сюда. Потому что тут-то вроде не был. Потому что вернуться на начало, конечно, не хотелось бы. Ну, в принципе-то не так уж и страшно, в плане, что, ну, как бы ничего собирать мне заново не надо, но просто идти довольно не близко. Вот, так что я, пожалуй, пока что сюда схожу. Если уж тут ничего, ну тогда придется там исследовать. Но я думаю, что где-то здесь все-таки это будет. Так. Имеет ли смысл понизу идти? Да, наверное, нет. А, я не могу наверх, что ли, запрыгнуть? Да, что-то он не могу. Ну, ладно. Хотя, казалось бы, там каких-то миллиметров не хватает. Так. Может, сюрикены попробовать? Не, по-моему, не очень. Может, сейчас еще. А, уже все. Так. А, да здесь магазинчик. Здесь магазинчик только. Ну ладно, посмотрим тогда, раз уж пришли, что там продавалось-то. А у меня, по-моему, это все есть. Ну, в принципе, я тогда могу выйти, выпить бутылочку эту. Да, выпить и бутылочку могу только на уровне. Сейчас. Так. Хотя смысл вообще ноль, потому что я этому здоровье могу нафармить на уровне. Ну просто у меня денег очень много, и как бы мне не влом. Ладно, здесь нету. Что-то я не ожидал, я думал, здесь какой-то еще путь есть. Разрубатель. Вообще странно, что месяц начинает разрубать стены, только когда что-то там выберешь, хотя по сути это же один и тот же меч. Ну, то есть как-то это на логике вообще. То есть, понимаете, если бы он другой какой-то меч убирал, но у него же, по идее, всего один меч. Ну ладно, будем считать, что он какую-то, не знаю, магию на меч накладывает или кнопку нажимает. Прыжками еще тоже можно понять. Ну, типа, мы просто даем ему команду, чтобы он начинал так прыгать. Ну вот, с мечом странно. Ну тогда, по-моему, здесь все исследовал, вот на этом острове. И здесь нету этого пропуска. Потому что там это я бы точно был. Значит, придется идти обратно в пещеры. Выходит. Сейчас, тут точно. Да, да не, все, тут везде был. Ладно, иду в пещеры. Телепортнусь, так телепортнусь. Что ж поделать-то? Так. Причем там было несколько развилок. Наверняка какие-то из них могут быть, ну, телепорты на начало, а какие-то полезные. Вот. Как понять? Ну, вообще никак. Ну, то есть методом перебора и все, других вариантов нету. Они внешне никак не отличаются. Какую-то логику найти невозможно в их там расположении или что-то в этом роде. Так что метод тыка научного. Ой, так. О, еще одну бутылочку сожрать. Что-то тут на бутылочке как-то щедрое довольно-таки. Так, забыл опять это включить. О, неудачно это, солнце тут катится.
почему врагов она не убивает? Она же горячая, наверное. Оп. Так, здесь еще разрубать надо. Ой. Как-то неудачно. Так, я не могу в прыжке это рубить. Так. Да как? Ну, ты чё? Ой, я ж допрыгнул. Да... Кошмар. Да. Ну сейчас. О, наконец-то. Ой, не заметил этой штучки. Да что такое? Ну ладно. Нет, со здоровьем пока проблем нет. Это на вот в этих пещерах, ну, в лабиринтах там бывают, да, проблемы. На боссе, а на вот этих сейчас что-то вообще нет проблем. Вот вернулись в сеть пещер. Ладно, пойдем пока сейчас в ближайшую. Буду надеяться, что как бы ближайшая, значит она имеет отношение к этому уровню. Ну, в смысле, не в эту ближайшую, а в ближайшую на развилке, я имею в виду. Ну, тут враги вообще еще слабее. Просто иду и... Как это... Какой-то резне, не знаю. Рублю, рублю. Так. Не, стоп, тут разве не было развилки? Ладно, не было, не было. Значит, на следующий, может быть. А, да, вот, наверное, на следующий. Не, проблема этих... не знаю, кто это там, чертики, в том, что они прыгать не умеют. Вот они заходят в ямку, и все, они там до конца жизни останутся. Итак, тут вроде была пещера. Где-то. Да, вон. Ну, не знаю, ну попробую зайти, но есть шанс, что меня на начало... Вот мне туда, наверное, налево. Ну, по-любому. Ну, ладно, пробую. Так, надо вначале пройти ее, тогда уже узнаем результат. Хоть бы не подстава. Ну, в принципе, так, ничего страшного, пройду еще раз, но... О, так, стоп. Ага, так это же я вот вышел. Так, понятно. Сразу две пещеры минусанули. Так, а где тогда еще? Ну хотя бы не на начало, это уже хорошо. Так. И вот в этой я нижней не был. Как, по-моему, это единственное осталось неизвестно. Ну и по-любому она ведет вниз туда. Не может же она быть возвраткой, потому что а как тогда туда попасть? Ну, в общем, я думаю, это по-любому она. Сейчас проверим. Да. Ага, ну и вот он, да. У тебя есть пропуск? Нет. Чего? Чего я с тобой сразиться хочу? Ты чё? Обалдел, что ли? Я не понял. Народ, я не понял. А почему он не сражается со мной? Чё за ерунда? Вообще не понял. Не, ну так дела не делаются. Странно. Так у меня же вроде не осталось мест больше куда идти. А, сейчас надо подумать, ну... Что? Окно, окно, окно. Что это было? Спит? Может, он задолбать?
Не, вряд ли. Так, я даже не знаю. Ну ладно, еще вернусь. Может, я еще что-то пропустил? Хотя, мне кажется, я ничего не пропустил. К тому же, я не понимаю, о чем он говорит. Он говорит, типа, у тебя есть пропуск? Ну, вообще-то, он обычно пропуск дает. У меня вообще есть два пропуска. Ну, как бы... Не знаю. То есть он мне должен был дать третий пропуск, и с тремя пропусками я в ту пещеру бы прошел, ну, лабиринт, в смысле. Так, ну все, ну это начало этого второй локации, то есть налево там я иду ко второму лабиринту, вниз я иду к вообще началу этапа, ну вообще началу игры. Так что, да, там больше никаких развилок особо нет, насколько я помню. Ну не мог же я тут что-то пропустить? Да не, я ничего там не пропустил. Не, там одна только возвратка и все. Странно. Так, а что? Может, я что-то не купил где-то? Хотя ладно, пройдусь сюда еще. Чего мне терять? Ну вообще странно, почему мне тот чел не захотел дать это... пропуск, ну, после сражения, то есть сразиться не захотел. Вот это пещера возвратка. Подлая. Так. Странно, а там справа что, я там был? Не помню. Ну ладно. Схожу еще раз сюда. Не, я сейчас помню, что там будет. Я там выйду, там будет этот, ну, такой мини-лабиринт с этими чертиками бегающими. И за ними там переход на остров, ну да. Переход на остров с вторым лабиринтом. Ну нет, я туда не пойду, зачем? Мне туда не надо, я там уже все сделал. Только это ерунда. Может, тут еще что-то есть? Кроме выхода. Вроде нет. Да не, вряд ли, ничего тут нет. Ну, тут сверху я вроде не был, но... Да, но тут ничего. Сейчас еще обойду. О. Откуда он там появился, вроде ж не был, ну ладно. А хотя, глупый вопрос, здесь все появляется из ниоткуда, это же, наверное, тут все респаунится постоянно. Где там проход туда? Не, не хочу с тобой пока сражаться. А они только по углам, да, умеют ходить? О. Так, ну да, ну тут вроде выход и все, и больше ничего. Ну, хочу просто еще раз убедиться, чтобы уж точно. Да, вот он. Вход этот. И все. И вода. И снизу тут, да, ничего. Ну, да, тут. Одни только стены. Куда ж туда идти? Ладно, будем сейчас тыкаться во все подряд. Там слева какой-то остров, я там вроде не был, но туда пройти тоже нет, тут каких-то вариантов. Ну тогда, в принципе, думаю, можно попробовать опять в пещеру возвратку войти и пройти сначала. То есть сначала как бы с первой локации.
посмотреть, может, я что-то пропустил. Ну, потому что тут я вроде ничего не пропустил. Ладно. Хотя, что там я так мог пропустить? Не, ну почему тот этот спит, я вообще не понимаю. У меня 9999 этих денег. Жесть. Надо бы хоть потратить на что-то. Ну и вот. Ладно, пройдемся. А интересно, мне здесь то же самое будут говорить? В принципе, это не удивительно. Ну, враги тут вообще, конечно. Так, деньги мне собирать не надо, не буду отвлекаться на это. Просто иду вперед и все. Здоровье они тоже тратят мало, поэтому можно вообще ни на что не отвлекаться, просто бежать вперед. К тому же у меня если что денег столько, что я себе могу купить этих бутылочек там, сколько угодно. Просто быстрее пробежать и все. К тому же все равно там что-то собирается само. Так. Ладно, пройдемся тут понизу, наверное. Так, кто тут? О! Бутылочки уже разбросаны, хотя раньше тут ее не было, это точно. Ну, насколько я помню, не было. То есть, походу, когда мне было это реально нужно, здесь не было никаких бутылочек. А когда мне уже все равно на это, то как бы начали разбрасываться. Так, ну это понятно, ты опять то же самое скажет, да? Ну, сейчас пойду. Да. Ладно, значит идем вперед. Не, ну скорее всего все-таки я тут ничего не пропустил и ничего тут нового не появилось. Не было смысла сюда идти, ну, ничего страшного. Лишний раз-то порубить мечом, это нормальная идея. Тем более, когда враги вообще не страшны. Там снизу вот был справа, или где-то вот тут остров, на который я пока не могу попасть. Но мне кажется, я как-то в обход на него попаду потом. Скорее всего. Пролагало немного. Что это было интересно. Так, ну вроде FPS 60. Потери кадров 0. Так, тут у нас магазин. Ну, да не, нам там ничего не надо. Так, внизу это... Понятно. Это первый лабиринт. Там тоже делать нечего. Да, я не думал, что у меня какие-то такие вот такого рода проблемы возникнут. Ну, то есть я думал, сейчас просто зайду в третий лабиринт. Ну, в крайнем случае найду этот пропуск и все, а что-то пропуска мне не дают. Так.
как бы еще не свалили, потому что враги слабы, хоть они слабые, но свалить они пропасть могут по-прежнему. Вот там слева вот этот остров, вот на него бы как-то попасть. Ну ладно. Не, видимо, не судьба сейчас на него попасть. Так, опять надо меч. Не, Хадукин хорошая вещь. Помню, вот эти вот с секирами, они такие довольно крепкие были поначалу. Высовывающийся, так все уже не проблема. Да тут ничего не проблема. Так, справа у нас что там? Магазин. А что о нем? А, ну, кстати, можно это купить. Тем более всего 150 стоит. Вообще, конечно, это нелогично, что к началу игры ближе дешевле предметы, ну то есть с чего бы вдруг. Ну ладно, не будем придираться. Так, вниз, ну вниз там явно только к этим чертикам или сходить. Ладно. Нет, ну на остров я никак не попаду, а к чертикам ходить смысла нету. Так что ладно, пойду все-таки. Ну нет, тут ничего на первой локации, пойду туда на вторую обратно. Ну, то есть, по сути, можно было не телепортироваться на начало. Все-таки тут ничего нет. Вообще в этой игре, конечно, прокачка довольно легкая, вот эта вот полоска Sword наверху, она мне заполнилась уже давно, по-моему, к началу второго лабиринта, и я так понимаю, как бы никаких тут уровней нету, то есть вот она заполнилась и все, это максимально, что есть в игре. А учитывая, что рубить тут нужно всегда и везде, то как бы, как она может не заполниться? Вероятно, она всегда примерно к тому месту уже заполнена. А интересно, если пойти второй раз к этому, который пропуск давал. Да вряд ли, скажут, у меня уже ничего нет, и меня обобрал. Или его там вообще уже нет, наверное. Я же его типа убил вроде как. Итак, ну слева мы уже ходили. Так. А, ну да. Ну сейчас, если что, зайдем опять к этому спящему. Я не знаю, что там нужно сделать. Может, там какая-то хитрость, мне нужно какой-то предмет купить, хотя у меня, по-моему, есть все предметы. У меня есть куча оружия, даже бессмертие, которое одноразовое. Этот, какой-то этот, как называется там, табличка, это бутылочка, синий шарик, свечка, компас, этот, вот эти вот обручи, не знаю, как это назвать. А, у меня только красного шарика нету, ну, я думаю, это не беда. Ну, в принципе, можно купить, если надо. Но я не думаю, что именно из-за этого он вдруг как-то среагирует. К тому же, я же не могу эти предметы там ну, как-то активировать. А, вот это место. То есть вот слева там пещера возвратка, и вот это, то есть... А вот там сверху что было такое интересное? Я ж там не был вроде, но туда никак не попасть.
сейчас, по крайней мере. А, хотя я, кстати, не помню, а где... А, нет, это и есть это место, стоп. А, will you challenge me? Ну, давай. Чего? Это, наверное, где я второй взял пропуск, да? То есть я, типа, у него забрал уже. Стоп, 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 а где... Я запутался, а где вход-то был? Ну где, ну как туда пройти, я что-то не понял. К, ну, к третьей локации. Запутался. Так. Странно. Ладно, сейчас найду. Не проблема, найду. Так. Опять сюда. Видимо, там на развилке надо все-таки вначале влево, что ли, пойти. Мне казалось, вправо. Ладно, пойдем влево. Так, тут нет развилки. А, да, это вон та развилка выше, все, по-моему. Перепутал немножко места. Вот. То есть слева это к тем чертикам, ну, ко второй локации, а направо это куда нам надо. Вот вниз интересно, как попасть, это вообще... Тут это белое здание, там в первой локации, там вот остров, на который я не мог попасть, там розовое такое здание. Не знаю, видимо, как-то потом туда доступ получу, потому что я вообще не знаю, как туда попасть. Так, верхняя... А, ну да, нас верхняя как раз-таки приводит к этому спящему почему-то. Понятно, почему он с нами сражаться не хочет. Стоп, нет, не верхняя, не, наоборот, нижняя. Что-то перепутал. Да, нижняя. Ладно, хоть эти вот локации легкие и нет никакой как бы проблемы просто взять и так пробежать и узнать, что там, по 100 раз даже. Да хорош спать, что же нужно сделать-то? Стоп! У меня 3? Я, значит, не обратил внимания, когда я его в этот раз позадалбывал, он что-то там говорил про то, что я счастливчик, что-то я не успел прочитать. Видимо, он мне просто отдал. Надо было внимательнее читать. Все, он мне отдал. Ну все, тогда идем в третий лабиринт. Деньги какие-то собираю. Они, по сути, я их собираю. Ой, случайно зашел. И они у меня сразу из кармана-то и вываливаются, потому что 9999. Надо было сразу туда зайти. Чертики,
чертики. Что-то здоровье, кстати, надо немножко пофармить. Или бутылочку съесть, в принципе, мне все равно. Да не, сейчас вот на них тут все восстановлю быстро. Ну и все полное. Третья локация. Ну тут уже чуть посерьезней враги, поэтому можно супер прыжок включить. А это вот самый не очень. А, да что ты делаешь? Так, меч. Ничего, главное не торопиться. В принципе. Да, хотя даже не торопиться. Нет, ну как-то вот не в тему сделали тут невидимый этот островок, ну, этот кубик. Такой, по-моему, единственный во всей игре. Для чего? Так, я забыл. Думаю, что такое он не сворачивается. Ну вот и потратил значительную часть здоровья, кстати. Надо пополнить. О, пополнялка. Отлично. Так, я тебя не звал. Да нет, мне золото не надо, дайте мне здоровье. Кстати, тебя не звал. Это что такое? О. Да возьми, ну. Ладно, нормально. Солнце. Так, куда-то сюда нам вроде ближайший путь. Да. Осталось две локации пройти вроде бы. И... Так. Еще меч. О, опять эти письма. Самое не очень ничего. Интересно, все-таки будет потом что-нибудь еще в магазинах дорогое продаваться? Ну не зря же столько денег дают. А там нам... А, там нам говорят... А, восстанавливалка, точно. Ну, пускай. Хотя у меня и так было почти полное. Да, надо опять это включить. На небе два солнца. Интересно, что там в третьем этом лабиринте
О, что-то у меня здоровье вообще. Что-то я как-то расслабился. Да, что-то надо. Даже не знаю, бутылочку, наверное, придется выпить. Там, где тут проход? Да, наверное, сейчас вся семья этот чертик схватит, надо будет бутылочку принять, пожалуй. Хотя, вообще-то, мне бутылочка нужна, чтобы это... Ой, не, не сюда же мне, ну... Сейчас поймает меня, по-любому. Ну, ладно. Ладно, ничего страшного, думаю. Ну вот, пришли. Так, да, у меня есть. О, десяти чертики посильнее, что ли? С двух ударов убиваются. Вот это вот уже интересно. Да, это уже поинтереснее. Да, чувствую, третья пещера, ну, третий лабиринт вообще будет очень больно. Так, что у нас тут? Ух ты ж. Ничего себе. Ха. С одной стороны вроде больно, с другой стороны нафармить можно. Ой, да тут куча всех новых врагов. Так это же вообще фарминг дикий просто. Филор, привет. А этот вулкан убить можно? Ну какое тут все агрессивное это. Этот вулкан нельзя убить. И перепрыгнуть нельзя, что-то не понял. Он же вроде все время бьет. Так, надо магазин найти, потому что тут по-любому что-то на... Так, интересно, в какую из них войти? Может, тут что-то разное? Странно, не просто так дверь сделали, мне кажется. В них, в одной из них что-то можно взять, мне кажется. Тут они вообще какие-то жесткие. Вот называется и Хадукин. Думал, что непобедимый, а в итоге вот на новой-то локации. Кошмар. У меня больше бутылочек нету. Печалька. Не, причем они бегают по воздуху, это вообще нечестно абсолютно. Так, одна жизнь всего лишь. О, Снап, привет. Так. Ну что тут, есть что-то интересное? Не, наверное, надо было по второй тогда идти. По-любому там что-то было. А, чепыжок не использую, но просто забыл именно в этой локации, так вообще использую. Не знаю, ходить все-таки сюда, потому что если тут нет магазина, то по-любому там что-то интересное. Так, что тут надо сейчас-то посмотреть. Ладно, не пойду пока. Потом посмотрим. Да, про прыжок я уже забыл. Хотя, вообще-то, я сейчас его использовал. А, кстати, да, прыжок-то мне позволяет эти вулканы-то перепрыгивать, по идее. Как я мог про него забыть-то?
Так, это надо взять по-любому. О, да, это нормально. А где я только что тут ходил? О, it's farming time. Все равно я больше беру здоровья, чем теряю на этом вулкане. Так, вот тут по-любому что-то интересное. А, так, тебе нужно сделать... Это очень далеко. Этот остров сделан из... Драгон... Ну, чего-то драконьего. Бонс, я не помню, как переводится. Так, а ты... Типа пожелал безопасного путешествия, да? А, еще и восстановил, что ли, меня? Ладно, дальше. Так, сразу берем прыжок. А, из костей драконов. И я далеко продвинулся, вот что он говорит. Так, а у меня есть уже бутылочка, жалко. Но не буду брать тогда. Потому что там здоровье же тратится. Ну ок, давай. Ну, я так понял, что... О! Что враги в этой лабиринте будут вообще, наверное, головная боль. Да что такое? Да это жесть полная. Так, я что, еще не могу выпрыгнуть? О-о-о. Так, где там бутылочка была? Так, во-первых, мне нужно съесть бутылочку. Он далековато надо было. Да, надо бы, я уже сейчас больше потеряю здоровье. Ой, печалька. А я забыл, я на этой локации жизнь только что взял. Да, в принципе, мне уже проще, если честно. Это не понял. Лол, это подстава. Блин, печалька. Может, я могу разрубить стену? Да, подстава. Не могу выпрыгнуть. Жесть. А может, тут есть невидимый блок какой-нибудь? Ну ладно, все равно мне нужно было взять континиум, потому, ну, поскольку это... Не идти же в лабиринт с одной жизни. Ну, сейчас у меня 5000 денег снимут. Ну ладно, нет смысла прыгать. Да, такая подстава. Я еще шел за этой бутылочкой. Не зря упал. Время сэкономил. Да, лайф. Так, магазина по-прежнему еще не было. Так, берем прыжок. Да, денег 5000 осталось. А интересно, что мне в конце третьего лабиринта дадут? Я ведь уже два Хадукина нашел, а их всего два. Ну, как бы, по крайней мере, по истории игры-то. Было же два брата, которые потеряли своих Хадукина.
Да, это здесь жизнь. Ну, 4 жизни, это отлично. Да что такое? Сейчас будет уже 3. Ох, жесть. Так, а что я не понял, прыжок-то не включился, что ли? Ой. А, прошел. Да. И вот он вход. А где магазина даже нету? Ну это печально, я не знаю, идти просто опрометчиво. С здоровьем вообще-то минимально. Ну правда, у меня 4 жизни, но... Зато у меня есть всякие там бессмертия и прочие защиты там. Ну ладно. И вот она. Так. А, интересно, тут этот прыжок-то сработает? Так, компас. И вот эту защиту. Пойдем сюда. Так, у тебя есть 3 Хадукина. Ничего полезного особо не сказал. Ну, у меня, говорит, есть 3 Хадукина, то есть, типа, тот меч, с которым я с самого начала начал играть, это, типа, тоже, да, его Хадукин был. И плюс еще 2 Хадукина брата. Стоп. Мне кажется, или только что проскочил мимо двери? Нет, просто глюканало что-то. Ладно, идем сюда. Да что такое? Что-то с крестовины. Так, ну где враги-то уже? О, не застали себя ждать. А, говорит, что нужно 3 Хадукина. А мне показалось, он говорит, что у меня есть 3 Хадукина. Откуда мне третий-то взять, их всего 2? Ладно, опустим эту деталь. Ого. Ну ладно, это было очевидно. Здесь хотя бы нет этого летающего, который здесь наверху не достать. Так, компас. Попробовать прыжок. Я так и не понял, прыжок сработал или нет. И защиту вот эту. Ты ищешь драгона, его замок находится в небесах. Ну, английский у меня так себе, да. Не могу я разрубать эти огни. Кто там сказал, что я могу разрубать огни? Правда, что-то я не могу от этого ранить. А, вот. Да что он так быстро летает-то? И нет, прыжок этот тут не работает. Так, нет, прямо пойду. А, ну ладно, все равно поворачивать пришлось. Что? Ну, это как раз-таки слабый враг. Вот этот, который только что был,
который кидал кучу фаерболов, но он был такой посерьезнее. Потому что он быстро летает, сложно попасть. Тупик? Или... Выход? Да, что-то я не то сделал. Так. А, ну да, тут мне ничего не надо. Так, компас, защита. Ладно, идем прямо. О. Что-то вообще не очень. Опа. Вот они поставили бутылочку прямо возле входа, это нелогично. Зачем она мне? Вот после вот этого врага можно было бы поставить. Да, было бы логично. Получай. Да что она? Да, вот сейчас бы не помешало бы абсолютно. Так, а это что, еще один тупик? Ну ладно, значит в эту дверь. Ну это да, это вообще дно. Так, ладно, идем тогда вот в этом направлении всегда. Сюда пойдем. Ух ты, еще что-то новенькое. Крепкие враги, вот сколько ему, я 5 ударов нанес. Именно эффективных 5 ударов. Так. Демоны... Я забыл, Дью это что? Что-то на юге. Типа обитают, что ли? Уха-ха-ха. И чё? А, это подсказка по направлению на юг. Все, я понял. Так. Ладно, тогда идем на юг. Сейчас мы на восток идем. Сейчас на север. А, это руда? Ну... Видимо, все равно мне туда и надо. Не зря же он это сказал. Ого, сколько дверей-то. Да сдохни. Я сдох. Так, две жизни осталось. Не, я не могу эти огни разрубать, это точно. Ну, по крайней мере, вообще не получается. Так, тут куча дверей. А, компас отключился. Ну ладно, пойдем сюда, это вроде как юг. А, ух ты ж. Ну ладно, пойдем еще южнее. Ну. Пойдем туда. Нет, ошибка. Так, сюда тогда. А, да нет, тут... Тупик. Кто так строит? Зачем тупики делать? Или это типа еще не прорытый тоннель? Угу. Опять ты.
да что ж ты. Крепкий какой. Да, здоровья очень много на них тратишь. Вот на вот этом особенно. А, ну ты норм вроде, более-менее. Что-то он вообще ничего даже не делает. Может там планировался санузел? Может быть. Да, и чё такое? Вот. Да что их так много-то тут? А, может потому что я эту карточку не включил? Ты где ты? Чё ты телепортируешься? Ну, че попасть не могу. Так. Ну хорошо, дальше идем. Только бы не выйти опять. О. Нир это позади? Не, подожди. Около, да? Типа... Он возле нас? Не, я не помню. А, ты победишь его? Ну да, наверное, не вопрос. Не, вообще вопрос. Под вопросом. Да что ж вас так много тут? Очередная дверь, но я сейчас иду не в том направлении, в котором хотел. Так, ну это я опять кругами хожу, по-моему. Да, это, по-моему, сейчас тупо кругом хожу, квадратом. Да-да-да. Опа, опа. Не зря она говорила это. У меня здоровье-то вообще не очень. Где там эти иероглифы? А, нет, зачем иероглифы? У меня есть сюрикены. Такой он не очень-то. Надо набрать здоровье по-любому. Я думаю, это хорошее место. Не, золото, как мне вообще не важно. Даже зачем? Отлично, полное здоровье. Так, переключаюсь на меч. Ну, уже не полное, но это ладно. Так, у меня есть этот вращающийся... Ну, вот это, типа, то, что меня защищает. Обруч такой. И плюс у меня еще это бессмертие временное. Ну, в общем, я думаю, в принципе, в
должен затащить босса. Правда, я понятия не имею, что за босс вообще, что он из себя представляет. Надо здоровье все-таки сейчас дополнить, раз это конец уже. Эх, ты не попадаю. Да где? Что-то мне не то все попадается. Да что такое? Ну тот нижний мне еще по-любому снимет здоровье. Да что золото какое-то, зачем оно мне? О. Хотя, может, его тоже сюрикены, да? Итак, босс. Так хочется сайф тест сделать. Так, надо... Что у меня? А, у меня еще бутылочка есть, это хорошо. Так. Вот эту вот штучку потом включить надо будет. Хотя, я думаю, я оставлю, наверное... Попробую сейчас просто так его пройти. Если погибну, то со второй попытки у меня жизнь же есть. Попробую уже понавключать всего, потому что сейчас пока ознакомиться с боссом просто. Так, единственное, прыжок, наверное, нужно это включить. Ух ты. Не понял, а чё, прыжок-то не сработал? Ну вот. Ну они меня тратят, да? Все равно. Что это такое? Хм. Мне кажется, или он мне вообще не тратит здоровье? Странно. Что-то я не понял. Ну что я могу сказать, имба найдена. Вообще ничего не использовал. Ну, имею в виду там ни бессмертия, ничего. Ну вот, все, три Хадукина. Вот. Только теперь главный вопрос, а куда, собственно, идти? Ведь везде вроде тупики остались. Ну, в смысле, везде был. Может, теперь та пещера-возвратка меня не будет не возвращать, а куда-то везти. Так. Да чтоб тебя, ну... Эй, а что-то эти враги все равно со второго раза убиваются. Вот тебе и Хадукин. Да меня сейчас... заовнят. Да, да, я сразу на это обратил внимание. Нашел третий Хадукин при двух возможных. Я сразу об этом подумал, когда только сказали про третий. Как так-то вообще? То есть ты не видел, как я босса завалил? Да это вообще-то смешно. Это вот этот прыжок, это... Вот этот, это просто имба. Я просто на турбокнопку его зажал, и все. И мне... босс... Да что такое, да? Ох... Ну, в общем, босс вообще не нанес повреждений нисколько. Там нанес только в самом начале, пока я переключал это все, ну и все, потом уже нет. Не, ну что за бред, я две жизни потратил на этой локации. На боссе, главное, не одной, а на этой локации уже две. А, ну вот. Я просто прыгал,
на турбокнопку и все. Это нельзя убить никак этот огонек. О, чуть опять не свалили вниз. Так, я понял, что туда падать не надо. Ну, имба-то имба, но только надо учитывать, что в оригинальной этой Famicom не было турбокнопки. VNES. Так, насколько я понял, метод вылечен, да? Вот. Главный вопрос, куда идти? По КД нажимать? В смысле, что такое КД? Так, надо включить прыжок. Да. То есть я-то сейчас отсюда выйду из этого острова, а куда дальше я не знаю. О, так у меня... Ничего себе, так у меня вообще вон имбабка появилась. Я только сейчас заметил. Откат. Так, теперь пойду по этой локации. В этот раз пропустил я. Так. Прыжок раз. И вот этот вот Хадукин. Два. Только он отменяет прыжок этот. То есть либо прыжок, либо вот этот меч. Либо то, либо то. Но мне, я думаю, выгоднее сейчас прыжок все-таки. Как туда прыгнуть-то? Да. Да, ну ладно. О. Нет, это нормальная вещь. Да, и как мне... Так а как мне... Я не понял. А, вот сюда я смогу, наверное, запрыгнуть, да? Нет? А, как, что-то я не понял. А, все, понятно. Ему потребовалось три штуки, чтобы понять, что махать можно Хадукину. Да-да-да. Нет, ну, видимо, просто вот этот эффект появился только когда он... Три сложил. Ну, в общем-то, на этой локации тоже ничего интересного нету, все равно было по какой идти. Только это, по-моему, посложнее немножко. Хотя, нет, она тоже была, по-моему, не сахар. А, тут жизнь есть. Только не говори, что я отсюда не могу выбраться. Ой, да ты прикалываешься. Это жесть. Может, я могу это разрубить? А, обычный прыжок выше. О, жесть. Обычный прыжок выше. Нет, не могу атаковать во время этого прыжка, но как бы сам прыжок атака. Не зря же он в оружии. Видишь, что тут можно нафармить очень быстро второе, вообще бесплатно. Турбокнопка решает.
Так, включаю. Не, ну классно этот вулкан, это меня больше всего радует. Просто берешь и фармишь здоровье. Так, главное вниз не упасть только. Вот и все. Возвращаемся. Ну теперь-то я с первого раза их буду здесь убивать. Не, я все равно со второго. А, ну я типа должен включить. Это мега. Ой, так он слабый. Или нет? Или такой же по силе, что-то я не понял. А, наоборот, с первого раза убивает? Что-то я не... А, это, наверное, зависит от того, сколько вот этих огненных попало во врага. Так, ну... А, нету чертиков? Вообще нету. Чё, испугались, что ли? Хадукинов-то. С вами два парня с мечами, да, представь, что с ним было бы, если бы прыжок сюда. Да, 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 ну я уже понял. Ну... Неважно. Ну, зато по-честному его прошел. Без всяких имбу мечей, этих имбу прыжков. Не, ну тот вот вулканчик меня порадовал, такой фармил его просто. Тут такого уже нет. Но правда тут улитки есть. Можно восстановиться. Мне даже покупать ничего не надо, потому что я ничего не использовал. Если понимать, почему ночью тем прыжку его, типа из нее забывают. Нет, я так понимаю, это он как бы, мы даем ему команду, что давай прыгай сейчас так. Потому что ты видел же сейчас, когда я не мог выпрыгнуть там из ямы. Он на обычный прыжок, он выше. То есть мы просто ему говорим, вот сейчас ты будешь прыгать вот так, а там в другой-то момент ты будешь прыгать не так. Ну, правда, вопрос, почему нельзя и высоко прыгать, и меч использовать этот, ну, в смысле высоко, наоборот, прыгать закрученно и использовать меч. Ну, как бы, видимо, он однозадачный. Это что такое? А интересно, если я выберу этот хадукин, то я буду стены разрубать? А, ничего себе. А для чего там так высоко стены разрубать нужно? Интересно. Может, я теперь где-то могу прорубить стену, которую раньше не мог прорубить? Хм. Даже не знаю. Ну, у меня, то есть, какой вариант? Пойти в ту пещеру, которая меня возвращала на начало игры. Может быть, она теперь не возвратит? Ну, потому что я не знаю больше, куда идти. Ну, а куда? Реально. Ну, как бы вообще... Там слева это магазинчик. Это то же самое, что я откуда сейчас пришел. То есть там нет никаких вариантов. Каких-то локаций, в которых были бы непроходимые стены или неоткрываемые двери, не осталось.
так что не знаю. Есть только локации, в которые я не мог дойти. Это вот там... Ой. Это там вот на острове. Чего он прыжку-то не научился? Но я на тот остров не могу попасть просто. Да, это третий остров. То есть мне как бы нужно искать уже четвертую, видимо, пещеру, либо что-то еще, потому что я не знаю, сколько тут пещер. Когда-то же должно начаться что-то другое, потому что там какие-то вот здания вот эти. Ну как туда пройти, непонятно. Не, ну, по-любому где-то нужно Хадукин использовать. Как на четвертом острове? А где-то второй остров. Не, не может быть. Не знаю. Хотя... В принципе, тут все может быть. Ой. Да... Тупо что не убирается. Это я понимаю, нормально. По-любому где-то скрытые стены могут быть. А-а-а. То есть на первом острове типа нету вообще Хадукина. Ну как-то это нелогично так разделять. Мне кажется, все-таки по лабиринтам надо разделять острова. Ну ладно. В принципе, мне не важно, как их разделять, мне главное знать, куда пойти. Попробую все-таки с этим мечом ходить. Ну, плохо, что каждый раз надо включать. Не, прикольная штука, ничего не скажешь. К тому же она убивает на расстоянии, я успеваю собрать золото и так далее. Ну да, но включать каждый раз это печально. Так что, я не знаю, попробую все-таки в ту пещеру зайти, возвратку. Ну, потому что куда? На четвертом острове там, опять же, ну ничего там не было такого. Ну, как бы, где бы я не мог пройти. То есть единственное место, которое пока странное, это пещера возвратка. Остальные места я все, по-моему, уже исследовал, и идти больше там особо некуда. Вот эта пещера, ну просто, ну, Снап, ты не сначала смотрел, я так понял, я в нее заходил. То есть это еще развилка, которую тогда я не исследовал. А, в нее я заходил и вышел отсюда, то есть, и все, не более того. Вот, так что как бы тут никакой развилки, по сути, нет. А, какому гоблину про Хадукина говорил? Это где было-то вообще? А, опять в лабиринте? Да не знаю, мне кажется, вряд ли. Даже не знаю. Ну, потому что, в принципе, сначала карты, конечно, бежать опять неохота. Если это вдруг пещера возвратка, она, ну, опять возвратит. Так. Ну. Блин. Не мог раньше сказать. Прикинь, опять бежать сколько туда. А пещера-то. Ну, не знаю.
Ну, в принципе, я могу пойти туда, к этому, который говорил про три Хадукина. Но мне почему-то кажется, вряд ли. Обычно в лабиринте вроде только одно место, куда нужно прийти. Ну, хорошо. Не, ну я свою теорию проверил, поскольку она ближе, но только потом вторая теория станет намного дальше. Да, можно, в принципе, тут не включать этот Хадукин. Нет смысла, тут легкие эти враги. Вот туда бы как-то попасть, но как бы вообще без вариантов, без понятия. Себя как-то мог, может быть, я не знаю. Ну, в общем, непонятно. То есть на карте мира все равно не могу Хадукин никаким образом выбрать, использовать и так далее, как и любую другую вещь. Но в итоге, что как бы вряд ли я смогу на что-то открыть новое. Так. Ну вот я типа пошел на, как ты говоришь, четвертый остров. Если это четвертый остров. И вот эта пещера. Может сходить на четвертый остров? Да не, ну, в принципе, там ничего такого. Может где-то мост какой-то, не знаю, открылся, еще что-нибудь. Потому что мне что-то кажется, что что-то такое было. Ну ладно, зайду сюда. Может для этого эта пещера тут и сделана, что там что-то появилось вначале. Ладно, схожу. Заодно по всем локациям буду идти с Хадукином, с этим. Вдруг какая-то стена еще откроется. Ну да, вернулся. Ничего нового тут не вижу пока. А наверху там что за локация, интересно. А, ну это как раз таки, по-моему, вот выход к третьему этапу. Ну ладно, заодно-то проверим еще раз, что тут есть. Ну, вроде ничего нового. И тут мне ничего нового не скажет. Так, Хадукин. Ой, да не хотел я там ничего убирать. Тут он сейчас не активируется опять. Из-за того, что я две эти опции тронул, он из этого не активируется почему-то. Как и любой другой предмет. Интересно. Я могу туда как-то попасть? Зачем это снизу вот? Вниз прыжок? Нет. Для чего это сделано там? Просто декорация? Да, было бы такое оружие с начала игры. Вроде пока никаких стен секретных нету. Рельеф ландшафта. Ну. Даже об этом позаботились в этой игре. Что, сразу наверх туда пойду? Так. Да опять я не ту кнопку нажал. Сразу нажимаю прыжок, вместо того, чтобы начали паузу выжать. Тут ничего нет. Не, вряд ли, наверное, все-таки тут ничего нет. Thank you.
А. Ну-ка, а может он что-то нам новое скажет? Это этот, который нам дал первый пропуск. Да что такое? Все равно все эти локации я теперь без проблем прохожу, поэтому... В принципе, загонять туда-сюда сейчас не проблема. Подумаешь, в лужу упал. Лужа не пропуск. Бастард, look at this. Чё? Ну, короче, ничего, взял я у него пропуск, всё, он со мной не хочет разговаривать. Блин. Ну, опять немножко в лужу. Ну ладно, сейчас. Тут так много всего здоровья выпадает из всех, что... Единственная опасность остается только это ямы, в которые можно случайно упасть. Так, ну чё, я не знаю, в принципе тут блуждать особо смысла. Ну не знаю, или все-таки сходить вниз. Мне почему-то кажется, что я вот, ну когда вот помню эту же игру смотрел, да, что после каких-то действий где-то мост открывается. Я не помню. Почему-то вот у меня такое в память засело. Может, я ошибаюсь, может, я путаю с другой игрой какой-то. Но все-таки я пройдусь по низу, на всякий случай. Ну, не знаю, к тому, конечно, я схожу, если сейчас ничего не найду, который говорил про Триходукин, но... Идти, конечно, далеко. Так, этот остров вот сейчас слева будет. Ну вот он. Снизу. Ну, схожу, я думаю, все-таки еще вниз. На всякий случай проведаю, что там, может, что-то изменилось. Хотя что там, ну как-то вряд ли, все-таки не очень логично, что я взял меч и что-то открылось. То есть обычно я взял меч и куда-то могу пройти, то есть там проломя стену или что-то еще. Но как бы я же ничего не нажимал, там ничего такого. Тем не менее схожу. Я уже не помню, что... А, ну я думаю, именно идти на тот остров с лабиринтом нет смысла, я только вот тут, где чертики, похожу. Ух ты, скинул. Ну, так хорошо, когда это легко разрушается, все быстро. Просто идешь напролом, все.
Так, тут забыл слева, да, вроде. Так, магазинчик, а тут что говорят нам? А, ну понятно. Так, в магазинчик имеет смысл зайти? Вряд ли, но зайду. У меня красного шара нету, можно купить, в принципе. Если тут продается. Нет, не продается. Ну и ладно. Так, тут... Вон там наверху вот это... Вот тут по-любому мост должен открыться. Я же говорил, что тут такое было. Вот. Так, Хадукин. Посмотрим, что тут. Чертики такие уже тут серьезные. А, вот я куда дошел. Как раз таки. Тормозит. Сам сайт тормозит? Не знаю. Кто-нибудь может его додосит? Ой. Так, ты кто? Подожди. Ты вообще кто? Так, что тебе надо? Меня. То ты выглядишь не очень. Ты чё, этот... как его там, Dragon, что ли? Так, что-то он мне все откидывает. Надо что-то придумать. Стоп, у меня ж прыжок есть. А, что-то он не больно-то. Ну ладно, у меня есть еще бутылочка, у меня есть еще, кстати, вот это. Не понял, почему не активировалось? И все, и нету. Это тебе поможет? Вряд ли, да? Так. Бутылочка. О, у него там... Так, 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 как мне туда попасть? Мне нужно туда, придется использовать этот Хадукин тут все-таки. Эй, ты чё не поворачиваешься-то к нему? Так, блин, у меня здоровья больше нету. Так, надо сразу прыжок, наверное, все-таки. Этот по-любому мне в прыжке ничего не сделает. И надо эту защиту, да, включить. А, рука как платформа, думаешь, может быть? А, он меня не тратит здоровье, да? То есть можно заспамить. Ок. Ну чего ты? Опа. Так, на третьей фазе уже прыжок не прокатит, так что включаю Хадукин. А, у меня же еще бессмертие было, точно, я забыл. Ладно, так, помним, что оно есть. Еще, а, бутылочки у меня уже нету, да, правильно, ну да.
И блин, сейчас не включится Хадукин. Придется еще раз. Рука как платформа? Нет, рука не как платформа. Так, ну, в принципе, вот так стоять спамить. Чего он меня не попадает-то? А попадет. Так, пора включать бессмертие. Проверю еще раз группу как платформу. Нет, 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 нет. О, жесть какая-то. Так. Но у меня теперь нету бессмертия. Так, ну ты не очень, ладно, это понятно. Ух ты ж, и нанес повреждения. Я не понял, ну чё так много-то? Чалька. Ну. Ну вроде бы он, да, откидывает, но не наносит повреждения. Что ж с тобой делать-то? А, взорвавшись наносит. Ах, так, ну по-любому Хадукин, чё, что ты ещё-то сделаешь? Ну да. Его эти ноги, по-моему, мне не наносят, да, повреждения? То есть я могу, в принципе, уходить от него. А, нет, наносит, да? Ух ты ж, ну всё, понятно. Точно, я же могу от огня этим прыжком уворачиваться. Но тогда я не смогу наносить ему повреждений. То есть мне нужно быстро переключаться, что ли? Ух ты, я думал, не заденет. Честно, думал, просто меня не заденет. Ну ладно, я тактику, в принципе, понял, наверное. Так. Не, ну этот прыжок, конечно, это вообще имба офигенная. Но правда вот на последней фазе она. Ну от огня, я надеюсь, мне поможет уворачиваться. Да, первые две фазы ни о чем. По крайней мере, с этим прыжком. Без прыжка не знаю, может быть, было бы и о чем. Так, прыжок. Отлично. Хадукин. Опять прыжок. Так, опять Хадукин. Ух ты ж, надо было прыжок использовать. Так, прыжок явно. Нет, еще. Ну, я буду ждать, пока он будет отойдет. Так, все, можно включать ходоки. А, задел все равно. Так, прыжок. Сейчас, по-моему, следующим ударом он меня все равно заденет. Нет, не, задел, да как так-то? Ну, вроде же вообще не должен был задеть. Бред какой-то. Ладно, можно про... Опять задел? Оп, ой, ну это потрачено. Нет, успел.
Опять задел. Ну, может, ты уже потратишься? Да что же он задевает? Хитбокс. Так. Ну, может, ты сдохнешь уже все-таки? Так, прыжок. Да ладно. О, так я понимаю, это был последний босс? О, это, видимо, два брата его. Чё, это титры, походу? Правда, титры почему-то китайские, я думал, игра японская. А, ну что ж, наконец-то я прошел эту игру, как и давно хотел это сделать. Ну, что я могу сказать? Не знаю, насколько это предвзято, не предвзято, поскольку я в детстве эту игру, да, видел, но мне игра нравится. Хотя, почему-то она не очень популярная, как бы многие о ней вообще не слышали. Хотя вот... чатики некоторые знают, да? Но, не знаю, по-моему, неплохая музыка, неплохой геймплей, ничего там, не топорное управление, ничего такого. Нормальная графика. Главное, геймплей довольно разнообразный. И лабиринты тебе, и 2D-платформер, и 3D-карта. Ну, не 3D, да, это вид сверху. По-моему, не знаю, в игре все классно. Ну и сюжетик так себе, ну, в принципе, нормальный такой. Обычный такой, как бы, NES-овский сюжетик. Но первый раз я, честно, вижу титры вертикальные. Ну, в смысле, ну вот, какие сейчас. Мало в японские игры играл. Ну, видимо, просто в переведенные играл. Написано, видимо, конец. Что же еще может быть написано? Все, наверное, так и будет висеть. Ну, в принципе, да, видимо, это все. Вот, так что, в принципе, на этом, естественно, стрим логически завершается. Хотя, конечно, меньше 2 часов уйдет, но что я поделаю, если игра закончилась. Вот, так что, как бы... Да, если вопросы есть, можно, как обычно, писать, жалобы, предложения, пожелания. Да, стап, удачи. Как обычно, в чате я пару минут посижу, вдруг там не успею голосом ответить на какие-то вопросы. И все, увидимся на следующем стриме. Я думаю, следующей игрой будет этот ремейк покемонов. Первых самых. Fire Red под названием. Всем пока.